Посмотрим, как Лёва своей агроигрой справится с чудо-ионом. Салют над ним мы видим. Начинает Айон довольно бодро. Но Лев его насаживает на свой меч. Очень проверенная стратегия. Подбежать вплотную и сделать миф. Большинство игроков жрут, потому что садятся. Странное решение принимает Сайбер. Это ему может стоить сейчас игры. Лев наказывает и комбит. Очень уверенная игра от Льва. Наказание. И снова жрет этот мид и вылетает за пределы ринга. Паншун почему-то зашел и вышел. Ну, сейчас мы изгоним эту пару, и наверняка у него все станет лучше с коннектом. Лев что-то странное проделывает. Пока безуспешно. Что-то не удается у Сайбера. Что-то случилось. Не удается закомбить. Да, Лев быстро и, главное, уверенно забирает этот бой.